Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ. И сегодня мы поговорим о таком замечательном корабле, как Пепси-Кола. Тьфу ты, Пенсакола. В общем, привык я его уже так тоже называть. Наверное, это название к нему крепко прилипнет, но пока мы будем наблюдать за самим кораблем, а не за тем, как мы его называем. Итак, давайте пройдемся по тому, что же это вообще за вещь у нас такая в игре. Это у нас крейсер 7 уровня, американский, и здесь у нас есть существенные отличия от других американских крейсеров, которые шли у нас до этого. У нас наконец-то появились более крупнокалиберные орудия, а именно 203-миллиметровые пушки, которые нам позволят стрелять дальше, наносить урона больше, но при этом они, конечно же, не настолько скорострельные. Да и вообще, Пенсакола совершенно резко меняет тактику и уводит нас с курса стандартного американского крейсера. Но давайте не будем забегать вперед и немножечко поговорим об орудиях. Конечно же, приятно, что урон у нас вырос, но перезарядка увеличилась. У нас скорострельность примерно около 4 с небольшим выстрелов в минуту. Это довольно неплохо, но, все-таки иногда, особенно если вы привыкли играть на более скорострельных американских аналогах, которые шли до этого, это может сыграть с вами довольно злую шутку, и это не есть хорошо. Во всяком случае, к этому можно привыкнуть, и самое главное, душа начинает радоваться, когда вы по противнику попадаете. Конечно же, чем больше калибр, тем урон страшнее, тем больше бронепробития, ну, по крайней мере, именно в данном случае это так, и можно этому порадоваться. Так вот, данные орудия могут очень даже неплохо калечить вражеские крейсера, и не только, кстати, крейсера, но и даже линкоры. При этом они обладают довольно неплохой точностью, очень даже неплохой баллистикой полета снаряда, всего 10 секунд летит снаряд на максимальную дальность выстрела, то бишь 15 километров с лишним, а это довольно неплохой стимул целиться точно и, в общем-то, попадать. И при этом мы как бы можем этим пользоваться, и как вы видите, в принципе, на большой довольно даже дистанции мы можем попадать в цитадель. Хотя это, конечно, случаи, ну не то чтобы единичные, каждый раз вряд ли так сделать получится, но с заметной регулярностью противникам достается очень даже серьезно. И вот, как вы видите, тут в принципе тоже попал в цитадель и потопил вражеский крейсер. Ничего, собственно, для Пенсаколы необычного нету. И, как я уже и сказал, из-за хорошей баллистики орудий нам довольно удобно бороться не только с вражескими крейсерами, но и с эсминцами. Им от нас уйти, особенно если они подойдут на довольно близкую дистанцию, конечно, это не 4, там 3 километров, с которой они могут по нам дать торпедами, а километров так 6-8, вот с этой дистанции мы по ним работаем просто оптимально. Снаряды летят быстро, попадаем мы по ним довольно легко, при этом они нам сделать, скорее всего, ничего не смогут. Маневренность у крейсера довольно неплохая. Да, конечно, это не уровень эсминца, но от торпед уклониться, ой, здесь науки и не нужно. Просто заметьте их раньше и начинайте маневр уклонения, здесь все пройти должно как по маслу. Пенсакола довольно шустрая и маневренная. Ну, опять-таки, с эсминцем мы ее не сравниваем, но как для крейсера вполне себе удобоваримая скорость и радиус циркуляции тоже на высоте. Так вот, давайте не будем отвлекаться, давайте закончим с орудиями. Я считаю, что орудие на Пенсаколе это, конечно, просто шедевр. Это реально произведение искусства. Да, мы не можем, конечно же, насладиться ими в полной мере, когда мы будем стоять против линкора. Но у нас задача стоять против линкора как бы и не стоит, потому что у нас все-таки крейсер, и мы не должны с линкорами бодаться лоб в лоб. Но что у нас получается очень даже хорошо, это идти с линкорами и прикрывать их от вражеской авиации. ПВО на американском крейсере Пенсакола просто шедеврально. Ну и, в общем-то, в этом бою я пошел со своими линкорами, надеясь их прикрыть, собственно, от врага. Но, увы, никто сюда не полетел, в общем-то у врагов был только один авианосец, и он решил, что лучше он пойдет и атаковать на другую сторону. Эту сторону он оставит без внимания. Но, по крайней мере, даже самолеты-разведчики очень даже неплохо падают, и вы можете заметить, вот первый сейчас упал. И это я вам говорю, поверьте, не первый это самолет и не последний, который в этом бою упадет. Так вот, возвращаясь к нашей Пенсаколе. Самая идеальная тактика на ней, конечно же, стрелять на дальнюю дистанцию, потому как баллистика, собственно, позволяет, и бороться против крейсеров и эсминцев нашими орудиями. Если по линкору мы вести огонь, по крайней мере, бронебойными снарядами не можем с такой же эффективностью, как другой линкор, то вот крейсера и эсминцы от наших попаданий лопаются просто в путь. Да, при этом стоит помнить, что подставляться под удар на Пенсаколе лучше не стоит. Брони у нас нет от слова совсем. Ну нет, это, конечно, крейсеры, там не 10 миллиметров, не просто
просто бронекартон. В любом случае, снаряды линкора будут наносить нам серьезный урон, и, собственно, цитадель у нас особо не защищена. Так что под вражеские снаряды лучше не подставляться. Но при этом мы можем очень даже неплохо совладать с вражеской авиацией. Все-таки огневая мощь ПВО у нас просто великолепна. И как вы можете заметить, если мы еще ее прокачаем, то мы сможем выносить таки полчища противников, по крайней мере нашим авианосцам будет хорошо и нашим линкорам тоже. Им можно будет совершенно спокойно отдыхать на поле боя, взвалив все тяжелые бразды против вражеской авиации на наши плечи, на наши мужественные плечи. В общем-то, Пенсакола замечательно справляется со своей задачей убивать линкоры, ей, увы, не под силом. Но самое главное, что мы выносим крейсера, выносим эсминцы, выносим самолеты. А что еще нужно для счастья? Если есть три этих составляющих, то линкоров уж как-нибудь да можно избежать. Вот вы видите, очень даже неплохой выстрел проходит по вражеской амахе, и что мы видим? 17 тысяч урона. Три попадания, три пробития в цитадель, в общем, просто замечательный урон. И вы сами понимаете, да, для крейсеров наш залп, особенно точный залп, а тут, в принципе, никаких проблем нет, главное нормально взять упреждение, это верная смерть. По крайней мере, с двух залпов мы вполне себе можем отправить нашего товарища на дно. И это будет очень даже неплохим подспорьем в борьбе против наших противников. Ну да ладно, не будем отвлекаться и вернемся к бою. Что лично я сейчас делаю? Конечно же, я пытаюсь совладать с противником, но здесь все довольно сложно. По крайней мере, по крейсерам, по линкорам я уже пострелял, дальше я не достаю по вражеским линкорам, так как они далеко, и пытался саппортить, сбивая авиацию противника, который здесь, к сожалению, особо-то и не оказалось. Ну ладно, мы не отвлекаемся на наших противников, мы плывем вперед и ждем, когда же мы выйдем наконец-то на дистанцию стрельбы главным калибром. У нас нету торпед, но это не такая уж и большая проблема. Самое главное, это наш главный калибр. 203 мм это довольно серьезный аргумент в споре с любым нашим противником, кроме линкора опять-таки, но даже ему можно вполне себе зарядить очень неплохо. Однако следует помнить, что это не прерогатива крейсера тягаться с линкором вот так вот один на один и в открытую. Мы можем прекрасно прятаться за нашими могучими линкорами и при этом наносить дамаг по противнику, собственно ничего совершенно не боясь и прячась за мужественной спиной нашего сокомандника. При этом очень неплохо можем играть в саппорта, особенно против вражеской авиации. У нас очень хорошее ПВО, как я уже не однажды сказал в этом видео, и вы должны это реально запомнить, потому что американские крейсера очень хорошо саппортят в данном плане, и вражеским авианосцам будет совершенно не по вкусу наш калибр ПВО. Совершенно будет не по вкусу. Как вы можете заметить, сейчас подлетают как можно ближе торпедоносцы, чтобы скинуть торпеды, и они начинают довольно быстро лобаться от наших выстрелов. Собственно, никакой науки в этом нет. Подпускаем самолеты поближе и начинаем их сбивать, пока они пытаются кружиться над нашими линкорами. Ну и при этом мы можем довольно успешно с ними бороться. Что можно сказать в итоге по Пенсаколе? Пенсакола это точно не корабль для ближнего боя. Он прекрасно справляется со своими задачами прикрытия линкоров и также нанесения урона по крейсерам и эсминцам с дальней-средней дистанции, но вблизи удар он совершенно не держит, да и калибр линкоров для нас будет просто адом. Если попадает одна хотя бы пулька по нам, ну конечно же не пулька, здесь огромный снарядище, то скорее всего мы отправимся, ну не на дно, а по крайней мере будем чувствовать себя совершенно некомфортно в данном бою уже. И скорее всего ничего серьезного с такими повреждениями не навоюем. Так что следует помнить одно важное правило. Никогда не лезть на Пенсаколе вперед, и тогда будет нам, собственно, вселенское счастье и мир во всем мире. Хотя про мир во всем мире, наверное, я загнул. Во всяком случае, Пенсакола корабль не первой линии. На второй линии она чувствует себя прекрасно, позволяет нам наносить много урона, при этом неплохо саппортить команде и быть полезным. Что же еще нужно для счастья, кроме как быть полезным? Да, наверное, ничего. Вот такова наша Пенсакола. Она может многое, но к ней немножко придется привыкнуть. Это немного другой экспириенс, как говорится, после предыдущих американских крейсеров. Здесь у нас другие орудия, которые совершенно не хуже прошлых, и они могут нагибать. Ну что ж, а с вами был Крюга ТВ, и всем пока-пока, увидимся в море!